Рыбницкие волонтеры запустили новую акцию. Объявили сбор новогодних игрушек для особенных детей. Так в Рыбнице отмечают День добровольца. Лучшим сегодня вручили награды. Анна Брикуля, председатель добровольческого движения «Рыбницы», говорит, у волонтерства нет границ. Добровольцы – участники многих экологических акций, сохраняют историю и агитируют за здоровый образ жизни, а еще помогают ветеранам. На школе лидера у нас поступило такое объявление, и все быстро собрались, поддержали и довольно-таки оперативно собрали продукты для ветеранов. И готовили действительно обед благотворительный и относили двум ветеранам. А Софья Ковтуненко в волонтерах первый год. Девушке нравится работать с особенными детьми. Добровольцы дарили книги, игрушки, выступали для них с музыкальными номерами. А сейчас запускают новую акцию. В преддверии Нового года мы начинаем акцию по сбору новогодних игрушек. Называется «Подари чудо», потому что для нас это может быть и такая мелочь, но для деток, я думаю, это правда будет настоящим новогодним чудом. Все участники нашего штаба рассказали детям в своих школах, и каждый может принести сюда, в Центр детского и юношеского творчества, все возможные игрушки, украшения новогодние. В Центре детско-юношеского творчества «Рыбница» более 40 волонтеров из школ города и района. Они помогают детям из интерната, помнят и про бездомных животных. Последние года три мы поддерживаем тесное сотрудничество с пунктом передержки животных «Белый Бим». У нас есть классы, которые очень часто навещают этот пункт приема животных. Вчера и сегодня организовали благотворительную акцию. Для животных «Белого Бима». Мы собрали крупы, для них овощи, собирали миски для животных, лекарства, бинты и капельницы. Сегодня глава района лучшим волонтерам вручил благодарственные письма.